Прокуратура не планирует повторным подавать в Европейский парламент запрос о лишении иммунитета бывшего мэра Риги Нила Ушакова в рамках уголовного процесса по обвинению в коррупции. Преследование Ушакова приостановлено до тех пор, пока он не перестанет пользоваться иммунитетом евродепутата. Но в ближайшее время обвинения могут быть предъявлены бывшему вице-мэру и теперь уже бывшему евродепутату Андресу Америксу. Смотри, как уникально получается. То есть, что сделали? На него навешали уголовное дело. И уже папочка оформлена, а папочка это еще оформлена с тех самых пор, когда у них была проблема с троллейбусами, помнишь, покупкой. И это многомиллионная сделочка, она просто висит. И много-много-много других папочек. Дальше его путем манипуляции продвигает в Европарламент, и он голосует не так, как он хочет, а так, как нужно. А помните, что они сделали с Лембергом, тот, который был единственной оппозицией, и замяли его под воротничок. И у нас есть что? У нас есть сговорчивый Шлессер, с которым можно всегда договориться. И вот у нас уже не демократическое государство, а немножко другое. Как ты считаешь, так ли это или нет?